Нель, с победой, с забитыми мячами. Как думаешь, счет по игре или могло быть лучше? Спасибо. Я считаю, что, конечно, мы могли забивать намного больше. И то есть на это как бы и ставилась игра, что нужно забивать как можно больше. Что-то получалось, что-то нет. Это уже мы разберем на теоретическом занятии. Но в реализации, конечно, нам нужно прибавлять. Сегодня ты отдала 2 голевые передачи, но не забила. По твоим подсчетам, сколько ты раз сегодня могла отличиться? Ну, 2 раза могла, наверное. Я считаю, что, наверное, этого достаточно было. 2. Были еще моменты, но 2 я могла забить, наверное, спокойно. Как тебе соперник сегодня? Ну, я не могу сказать, что легко. Они очень цепкие такие. Ну, они не давали в основном думать. В общем, они очень хорошо обороняются, очень хорошо возвращаются и не дают времени для принятия решения. Поэтому нужно увеличивать быстроту работы с мячом и, соответственно, за счет передач, то есть играть на проникающие и, ну, и в реализации моментов сразу, наверное, нужно было бить в одно касание. Ну, те моменты, которые у меня сложились, я могла бы, наверное, завершать в одно касание. Так, ну, долго, все время долго, и поэтому, конечно, нету ни голов. Вот. Ну, возможно, с Турцией будет все по-другому, да? Я надеюсь, что с Турцией будет, конечно, все по-другому. И сейчас самое главное, нужно в тренировке исправить ошибки, ну и, опять же, уделить реализации моментов. Спасибо большое.